Вам, наверное, будет интересно, сколько времени проходит в Германии от начала конструирования до выхода в свет. Ну, естественно. Это только в России база Fiat 124 40 лет использовалась без изменений. Вот вроде очень удачно пошел E-класс 124, самый надежный E-класс в истории. Но его решено было испортить 210 серией. И начались эти кульбиты в 1988 году. Но поначалу задумка Стива Мартина и Бруно Сака была неплоха – раздуть E-класс и напиндярить немного забытые очки. И концепт нового E-класса появился в Женеве в 1993. Народ вроде понравилось. E-класс в 210-м кузове более или менее успешно продавался с 1995 по 2002. В России ему сразу придумали кликуху «Очкарик». И по делам. Теперь станет совсем тяжело. Перед тем, как Мерседес решил себя попробовать во всех ипостасях, он оторвался на 210-м. В смысле установки двигателей. Итак, приготовились. 32 двигателя были опробованы в этом кузове. О чем это говорит? О том, что надо очень сильно подумать, прежде чем выбрать очкарика. Если уж брать, то атмосферный двухлитровый дизелек. По причине прямой ориентации на сегмент такси. Потому как там, на таком ватном двигателе, они мультосы разменивали. Здесь же стоит 32-клапанный, 286-сильный, 4,2 с крутящим моментом 400 ньютонов на метр. Этот двигатель ставился только в 1997 году. И именно этот двигатель и послужил донором к самой мощной серии AMG, венцом творения которой стал топовый 8-цилиндровый, объемом 6,2 литра, 400 кобыл и 616 ньютонов на метр. Единственное, что порадовало после детального рассмотрения Тернета, так это то, что жопная часть всех двигунов практически одинакова и рассчитана на универсальные коробки. По трансмиссии. По сравнению со 124-м это провал. Провал в качестве. Хотя, если честно, то после 1998 года машины надежные закончились практически везде, оставив единственную пальму первенства неизмененному с 50-х годов Форду Краун Виктори. Еще хуже с кузовом. Соленых дорог он не терпит вообще, и результат — пол из коврика. Это очень легко. То есть пола-то нет, он сгнил. А вот только коврик остался. Но если поискать по провинциям, то можно найти живой вариант. Что касается запчастей, то автомобиль этот не самый дешевый вариант, хотя и не самый дорогой. Единственное, но эксплуатировать его желательно понежнее. Так, к примеру, очковый капот вытягивает в 500 бакинских. Это по дешевым Соединенным Штатам. И фары по 400 баксов. Выручает то, что, если я правильно понял, машина-то производится до сих пор в промзоне моего любимого Египта. Там есть новый городок, заточенный под 3 миллиона жителей, под названием 6 октября. Египетская Сколково, только в 10 раз круче. Об этом вам гиды, естественно, не рассказывают.